Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Сегодня у нас борьба в самом разгаре. Это уже второй соревновательный день. Ребята, предлагаю посмотреть, как вы соревновались вчера и чем все закончилось. На экран! Первый день соревнования борьба между Ромой и Полиной была достаточно ровной. Соперники присматривались друг к другу и не спешили показать всю мощь своего интеллекта и всю неисчерпаемую глубину своих знаний. Какой общественный транспорт нуждается в электроэнергии? Затрудняешься ответить или вспомнишь сейчас? Полина немного робела и уступала в скорости. Итог. Роман впереди со счетом 10-5. Посмотрим, чем все закончится сегодня. В стране безопасности наши ребята есть свои правила. Для того, чтобы получить приз и звание специалиста по детской безопасности, нужно пройти испытание. Вы вчера с этим условием уже столкнулись. А сегодня вы готовы отвечать на мои вопросы? Да! Молодцы! Тогда самое время начинать. Как и вчера, первое наше испытание будет вот в чем заключаться. Я вам буду загадывать загадки, а вы ответы, разгадки приносите мне вот с этой доски картиночки. Ясно? По две загадки каждому. Первая начнет Полечка, Рома продолжит. За одну правильную картинку, правильную разгадку одна фишка. Итак, поехали. Первая загадка. Дом на рельсах тут как тут. Всех умчит он в 5 минут. Ты садись и не зевай. Отправляется... Полечка... Отправляется. Ты садись и не зевай. Отправляется. Что это, Поль? Отправляется. Ты садись и не зевай. Отправляется. Автобус. А если в рифму попробовать сказать? Это, видишь, в автобусе нету таких штучек сверху, а здесь есть. То есть это уже не автобус. Еще раз загадку. Дом на рельсах тут как тут. Всех умчит он в 5 минут. Ты садись и не зевай. Отправляется... Трамвай. Умничка, садись. Садись, правильно ты ответила. Фишка твоя, держи. Коробочки ваши там. Иди положи в коробочку. И будешь сейчас слушать вторую загадку. Тихо ехать нас обяжет, поворот вблизи покажет и напомнит, что и как нам в пути. Что напоминает в пути, как правильно и что делать? Тихо ехать нас обяжет, поворот вблизи покажет и напомнит, что и как вам в пути. Ты, Ром, знаешь, какая разгадка в этой загадке? Не знаешь? Не перепутано. Не, ничего не перепутано. Здесь дерево ходит вместо машины. Нет, в общем, никому не достанется фишка, потому что в этой загадке правильный ответ – дорожный знак. Да. Дорожный знак. Ром, слушай, следующая загадка твоя. Я глазищами моргаю, неустанно день и ночь, и машинам помогаю, и тебе хочу помочь. Что, Рома? Как это называется? Светофор. Молодец! Фишку ты заработал. Держи. Вторая загадка для тебя. Что за лошадь? Вся в полоску, на дороге загорает. Люди едут и идут, а она не убегает. Ответ – одно слово. Зебра? Зебра. Либо, как по-другому можно сказать? Переход. Пешеходный переход. Ну ты угадал, зебра, правильно. По-другому она называется зебры. Держи свою фишечку. У Полечки 6, Ром, у тебя. Давай-ка я быстрее тебя посчитаю. У Поли 6, а у тебя... Ох, у тебя как-то сильно много. 5. 12. 7, 8, 9, 10. Ого, как Поля посчитала. 12. Да, правильно. 20. Поле 6, Рома 12. Полечка, поднажать, не отставать. Темой нашей сегодняшней беседы будет пешеходный переход. И я предлагаю сегодня в очередной раз встретиться уже с нашей хорошей знакомой тетей Катей. Готовы? Да. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте, поздоровалась тетя. Здравствуйте. Мы с вами уже успели познакомиться, и я очень рада новой встрече с вами. Скажите, кто вчера выиграл? Кто вчера выиграл? Я. Сегодня, как и вчера, мы будем с вами говорить об очень простых вещах, а именно о светофоре. Расскажите, что вы знаете о его сигналах? Когда красный, тогда надо остановиться машинам. Так, Полечка, а ты что знаешь про светофор? А когда желтый, надо приготовиться, а когда зеленый, идти. Ой, вы все знаете, дети, вас уже ничем не удивишь. Вы настоящие молодцы. Хотя, скажем честно, это был простой вопрос. А вот дальше будет сложнее.
Как вы думаете, что надо делать, если вам надо перейти улицу, а светофор не работает? Я думаю, взрослые вам эти правила уже объясняли. Так что вспоминайте. А за каждый правильный ответ вы получите фишку. Так, Полиночка, начинай. Что нужно делать? Как ждать перейти? Зеленого светофора. Поль, тетя Катя сказала о том, что нет светофора. Если нет светофора, как тебе нужно знаю, перейти? Ждать, подожди, пускай полечит. Ждать, пока машина остановится. Правильно, Поль. А ты, Ром, какой у тебя вариант ответа? Как надо, надо позвонить, как стойки, когда работают, стоят, и потом починят. Ага. А если вообще нет светофора на пешеходном переходе? Нерегулируемый пешеходный переход без светофора. Тогда надо звать электрика. Он может палкой показывать, куда ехать, куда нельзя ехать. Ну, как вариант, не почему нет? Ехать. Да, если он там где-то недалеко, то можно, конечно, его кликануть. Ребят, по фишке вы заработали. Держитесь. Я... Держите. Нет. Поворачиваемся быстро, слушаем дальше тетю Катю. Для того, чтобы вы лучше запомнили эти простые, но важные правила, я повторю их еще раз. Ситуация первая. Светофор работает. Для вас загорелся зеленый свет. Можно переходить дорогу, но медленно и все равно, глядя по сторонам. Помните, у автомобиля могут быть неисправны тормоза. Поэтому срываться с места даже на зеленый свет и перебегать дорогу опасно. Поняли? Да. Если светофор не работает, то переходить надо по пешеходному переходу. Он на дороге отмечен зеброй. Посмотрев сначала налево, а потом направо. Запомнили? Да. Запомнили? Да, да. Запоминайте, потому что в конце сегодняшнего конкурса эти правила вам придется еще раз вспомнить. Это был, конечно, секрет. Но я вас предупредила. Желаю вам успеха в игре, безопасности в жизни и прощаюсь до завтра. Ребят, самое время подвести промежуточные итоги. У кого сколько фишек? У Полечки 7, а у Романа? 13. 13, по-моему, да? 7, да. 13. Так, Роман все-таки как мужчина продолжает лидировать. Поль, но сейчас у нас задание последнее. Здесь возможность в каждом задании заработать две фишки. Поэтому ты можешь его еще приблизиться вплотную к Роме. Готовы? Да. Я задаю вопрос. Отвечаем по очереди. Один ответ. Если правильный, зарабатывайте фишку. Две фишки. А если вдруг кто-то ответил неправильно, а второй поправляет, то тот человек получает одну фишку. Начинаем? Что, Ромочка, хотел что-то спросить? Я хочу первый фишку. Хорошо, давай ты будешь первым. Это, в принципе... Вообще так, фишка. Первый вопрос. Внимательно слушайте. Тетя Катя вас предупреждала о том, что ее все рекомендации вам пригодятся в последнем сегодняшнем задании. Вот это как раз настал тот момент. Слушайте внимательно. Какой переход через дорогу самый безопасный? Синий. Зебра. Синий. Так, зебра я поняла. А что значит синий, Рома? Синий значит можно значит все можно. Что-то слышу. Я впервые слышу синий. А что, даже никакого цвета синий у нас зеленый. На светофоре нет. Не знаю, о чем зеленый. Ты говоришь. Зеленый. Нет, ребят, вот самый-самый безопасный. Но зебра, это, понимаешь, машины все равно ездят, они могут остановиться, могут не остановиться. А вот самый-самый безопасный. Ром. Это синий цвет. А ты, Полечка, молчи, это вообще-то вопрос к Роме. Это синий цвет. Ром, ну какой синий цвет? Что это за синий цвет? Это синий цвет, когда можно ездить... Ромка, нет, ты не прав. Ты не прав, поэтому, к сожалению, ты не зарабатываешь две фишки. Полечка, ты хочешь... Зеленый переход. Самый безопасный. Да, правильно ты сказала. Но и здесь еще правильным вариантом ответа будет светофор. Правильно? Светофор. А если светофора нет, то, конечно же, подземный переход. Полин, ты молодец, я тебе фишку вручаю. Ром, будь внимательным. Не знаю, что ты за синий цвет выдумал. Ром, второй вопрос тоже тебе. Внимательно слушай. Если не работает светофор, в какую сторону надо смотреть вначале? Право и лево. В первую очередь. Лево. Ром, ты совершенно прав. И две фишки твои. Поль, теперь ты. У тебя хороший шанс сейчас... Это последний. ...приблизиться к выигрышу Романа.
Итак, первый вопрос твой. Почему даже когда на светофоре горит зеленый цвет, все равно нельзя пробегать проезжую часть? Человек, который на машине едет, может не успеть остановиться. Ты совершенно права. Об этом как раз таки и говорила тетя Катя. Умничка, ты внимательная девочка. Еще. И поэтому ты заработала две фишки. Еще. Держи. Еще у Полечки один вопрос. Если она ответит сейчас правильно, то заработает еще целых две фишки. Поль, о чем говорит желтый сигнал светофора? Приготовиться, идти. Умничка. Ну, видишь, как ты хорошо проявила себя. Мало того, что ответила правильно на свой вопрос, так еще и Ромочке помогла. Молодец. Ну что, самое время подсчитать, сколько заработали. Поля, смотри, сколько у тебя много уже фишек. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А у Романа, уже сложно считать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Я победила. 15. Все-таки, но ты, Поля, очень сократила отставание от Романа. У него получилось 15, а у тебя 13. Это совсем маленькая разбежка. Поэтому я вас поздравляю, ребят. Я думаю, что вы сегодня запомнили очень много полезной информации. Поль, да? На этом второй наш соревновательный день закончился. Ребята, до встречи в стране безопасности. Пока!